trials and the brambles of my tears, there's no failure in true survival of the trials and tales of all that could be here. There's nothing to fear but fear itself. Yeah. Oh, desperation, just in the horizon, in the flame and the Итак, всем привет! На экранах у нас игра The Flame in the Flood. Это у нас такая выживалка. Инди-проект. И я думаю, давайте сразу начнем новую игру. И уже по ходу будем разбираться. Вот у нас есть какая-то собачка, уперла рюкзачок. А, как видите, у меня еще бета-версия 0.1, а сейчас есть версия уже 0.3, а игра в раннем доступе, но на стадии еще разработки, то ли доработки, пока непонятно, когда уже выйдет окончательная версия. А почему меня нет 0.3, да? Потому что я думаю, что эта версия, в принципе, будет вполне достаточно для того, чтобы сложилось какое-то мнение об этой игре. Потому что я не вижу смысла просто докачивать постоянно какие-то новые фиксы багов и т.д. и т.п. То есть уже, ну, если играть полностью, то играть в полную версию. Поэтому, надеюсь, этот первый взгляд вам поможет определиться. И уже лично я буду ждать полную версию. Потому что я в эту игру немного поиграл, и она довольно-таки прикольная. Я бы сказал, даже нестандартная. Вот такая графика на первый взгляд страшная какая-то, но на самом деле к ней привыкаешь, она довольно-таки красочная, яркая и прикольная. Во-первых, у нас есть собачка, и это уже радует, потому что вдвоем выживать намного веселей. И давайте, наверное, разберемся сразу же с интерфейсом вообще, что у нас тут есть. Вот тут у нас показывается время суток, у нас есть день, ночь, есть температура, есть 4 параметра у нашей главной героини. Это голод, жажда, температура и усталость. И вот синяя полоска ХП. Лицо у нее меняется со временем, когда нам становится плохо. И у нас есть рюкзак. Нам сразу вот собака притащила рюкзак, и там было радио, и нам дали как бы основной квест найти вот сигнал. Для того, чтобы услышать сообщение, которое оставили на радио. А мы пока не знаем, что происходит и вообще, что произошло. Мы появились непонятно где. Так, давайте сразу вот этот наш afflictions, это наши недуги. То есть все, что мы будем получать во время игры, ну, соответственно, тут может быть ожог, отравление, если мы выпьем грязную воду, еще много всякой, короче, беды, поломанные кости и т.д. и т.п. Все равно будет у нас здесь отображаться, и в правом, вот на правой страничке нам будут показывать, ну, точнее, говорить, как это можно вылечить. Затем, рецепты. Рецепты мы не находим. То есть нет у нас каких-то там бумажек или еще какой-то беды, как в других играх, например. Мы находим предметы, и нам сразу рецепты открываются. То есть что мы с ними можем сделать. И я не знаю, хорошо это или плохо. Ну,
В принципе, прикольно, мы к этому вернемся. Затем основной наш рюкзак. Здесь какие-то предметы, которые мы можем использовать, скорее всего, в рукопашке. Вот наша бутылка с водой, у нас 0%, надо бы набрать и сразу же ее, естественно, скипятить. Наш рюкзак, то есть у нас тут есть 10 предметов, плюс рюкзак собаки. Огромный плюс. Собака у нас тоже будет работать и носить вещи. И у нас есть еще место в нашем рафт, это плот. Соответственно, мы тут еще будем сплавляться по реке. Тут такие небольшие локации, островки. Ну и к этому мы обязательно дойдем, посмотрим. И здесь у нас есть инвентарь с одеждой, то есть что на нас одето, и мы можем это менять. Возможно, я не знаю, буквально чуть-чуть поиграл. Игра довольно-таки хардкорная, серьезно. Тут, ну, просто умереть, это как два пальца. В принципе, можно обжечься вот тут на костре сразу же, и где-то через минут, наверное, 10 наша девка двинет кони, если мы ее не вылечим. А лечить ее можно, по-моему, алоем и бинтами, которых, естественно, у нас нет. А видите, собака нам помогает находить вещи. Это прикольно. Знаете, мне это сразу напомнило Fable 3. У нас там тоже была собака, и она нам помогала искать клады. Довольно-таки все прикольно. Так, вот давайте мы тут исследуем. Так, тут ничего нет. Я просто не фанат, честно говоря, выживалок, но, с другой стороны, мне нравятся вот такие вот adventure, что ли, экшены вот такого вот плана. И типа Don't Starve, например. Я не люблю классические выживалки, типа The Forest или, как он там называется, The Long Dark, например, да, куда нас кидают в какую-то срань, извиняюсь за слово, и вид от третьего лица, и там все так серьезно и мрачно как-то. Мы ничего не видим, кроме, не знаю, леса, гор, воды и снега. Ну и как-то оно так, знаете, угнетает и со временем, ну, надоедает игра. Вот такие вот игры, они более интересны, как по мне, естественно. Ну, вы сейчас все увидите. Здесь очень классная музыка, здесь очень классная атмосфера в целом. Несмотря на то, что умирать вы тут будете довольно-таки часто, ну, игра довольно-таки позитивно сделана. Итак, мы сейчас наберем воду, набирается, нажимается на канистру и нажимаем refill. И, соответственно, нам написано, что может быть очищена на костре. У нас она сейчас грязная, эта вода. Так, давай, закрывайся. Единственная проблема, вот пока, которую я тут заметил, жажда наступает, ну, просто так быстро, что я не знаю, сколько этой воды нужно пить. Сейчас во всем убедитесь. Так, давайте подойдем к костру. Так, окей. И мы берем нашу воду и нажимаем не drink. Стоп, не то. Заходим в рецепт, и тут есть clean water. Нажимаем create item. Соответственно, мы воду таким образом очищаем. Вот мы нашли какие-то вещи, да, и у нас появился вот какой-то braided cord, это вязаный шнурок. И нам сразу говорят, что нам нужно. Нам нужно один cattail. Cattail — это то, что мы собрали, вот такая вот штука. На самом деле я думал, что это камыш, но потом я посмотрел в словаре, cattail — это рогоз. Называется такая штука, и потом я загуглил Википедию, потому что я не понял, что такое рогоз, и многие путают рогоз и камыш, потому что они очень похожи. Но на самом деле я фиг его знает, какая между ними разница, но их разделяет. Это такая небольшая справка, хотя, по сути, как по мне, одно и то же. Так, окей, и тут написано, что довольно-таки важное растение, мы можем это съесть. Ну, внутренний стебель. У нас вот голод плюс 5 будет, ну, в хорошем смысле. То есть мы утолим голод. И мы можем сделать корд-шнурок. С этого, собственно говоря, вот этот, который я уже показывал. Давайте мы его сразу сделаем. Он нам пригодится. Ну, давай, нажимайся. Так, сделали шнурок. Видите, вот у нас появился. Так, со шнурком мы тоже потом что-то сможем, наверное, сделать. Это подозреваю. И
какие-то ловушки. Можно сделать, по-моему, даже что-то подобие ножа. Сейчас мы посмотрим. Да, у нас есть вот каменный нож, и нам нужен braided cord, как раз то, что мы сделали, и флинт. Что такое флинт, я пока без понятия. Тайндер. Это, по сути, хворост, можно так сказать. Труд. Труд, хворост. С помощью этих палочек мы разжигаем костер. Соответственно, мы можем их сделать с нашего же камыша. Я буду называть камыш, потому что грагос, хрен знает, что такое вообще. Никто. Я это слово вообще, по-моему, наверное, первый раз слышу. Камыш как-то будет более понятно. Так, поэтому веточки нам эти нужны для того, чтобы мы могли потом разжигать костер. Так, это что у нас такое? А, это какая-то штука для изготовления, в общем, ловушек. Так, хорошо. Вот мы можем, видите, муфту Aesop. Странное имя, но это собака. Сможем переместить сразу к нему в инвентарь. Отлично. И пока у нас не очень много предметов. Пока аж целых 4. Но мы пока пойдем. Костер нам нужен для того, чтобы очищать воду и для того, чтобы обсыхать. Потому что когда у нас девочка наша намокнет, у нее понижается температура. И это, короче, грозит нам смертью. Так, собака, что гавкаешь? О, мне обыскали коробки. Кстати, мы сейчас попробуем выжить максимально, сколько у нас там получится. И видите, New Discovery. То есть мы сейчас откроем, посмотрим, что мы там. Вот мы нашли новые предметы. Нашли мы джерки. Это вяленое мясо. Так. Тю-тю-тю-тю-тю. И нам добавляет плюс 25 голду. Это, в принципе, нормально. Довольно-таки неплохо. Dry Tinder. Это то, что мы сделали. Так, это какой-то червь. Плюс 15 голод. Написано, закройте свои глаза, съешьте и наслаждайтесь. Сейчас. Питательный, вот. Питательной закуской. Такие вот дела. То есть можем жрать червей. И сплинт, вот эта вот штука нам лечит поломанные конечности, скажем так. Если мы сломаем ногу, руку, а мы ее сейчас обязательно, я думаю, сломаем, когда будем сплавляться по реке, то с помощью этой штуки мы сможем себя подлечить. И у нас, соответственно, появился вот рецепт мяса вот этого вот вяленого. А, у нас даже два рецепта, видите. То есть соль надо и мясо волка, либо вот это волка, либо кролика. Как это всю дичь ловить, я пока не представляю. Ну, и вот эту штуку мы можем, видите, сами сделать. Нам нужен сэплинг. Сэплинг. Что у нас такое сэплинг? Это как раз вот это вот растение. Хорошо. Ракс. Ракс, не знаю, что такое ракс. Мы это еще не находили. Какие-то коврики. И нож. Нож мы, думаю, сделаем по ходу, посмотрим. Ну и здесь, видите, внизу вот наши параметры. Как ни странно, почему-то вот на первой локации у нее жажда вообще не... Как было, так и есть, но когда мы поплывем, она просто катастрофически начнет уменьшаться. И мы садимся в наш плот с нашей собакой. Не знаю, собака, вот она добавляет такого позитива, она классная, короче, здесь, серьезно. Она нам помогает, она не ноет, она, видите... Стоит у нас, знаю, что это корма, нос корабля нашего, плота, махает хвостом. Так, и мы здесь управляем с помощью стрелочек. Также можно мышкой, в принципе, управлять. И пробелом мы вот делаем такое ускорение. А на самом деле тут довольно-таки сложно плыть. А сейчас еще вода пока спокойная. Затем у нас будет течение. Вот оно. Короче, разбиться тут как два пальца, серьезно. Очень сложно. Здесь надо выбирать все-таки путь так, чтобы побезопасней.
Соответственно, мы здесь можем сломать себе ноги, если мы куда-то втарабанимся. Вот так вот, например. Давай, давай, девка, поднимайся. Ну, повезло, пока мы ничего не сломали. Внизу желтое, это хп нашего плота. Как его чинить, опять-таки, я не знаю. Еще ни разу не чинил. Если мы разбиваем плот, я так подозреваю, игра заканчивается. Ну, может, она и не закончится даже, но мы просто помрем, да и все. Потому что не сможем никуда плыть. Так, надо притормози, притормози. И мы пока плывем вдаль, пока непонятно куда. И походу можно лут собирать. Craft parts. О-о-о, части плота мы нашли, кстати. Вот и ответ на мой вопрос, как чинить плот. Так, стоп, а ну, стоп, лут. Вот эти вот части подсвечиваются, видите, можно собирать. Но беда в том, что из-за течения я просто не могу повернуть назад. И я уже пропустил как минимум 3 каких-то прикола. И у нас, вот видите, появляются такие вот штуки, куда мы можем парковаться. Ну и, собственно, плывем вперед. Не знаю куда. А, тут еще с помощью пробела можно махаться посохом. Вот видите, сразу жажда пошла так капитально. И нам нужно обсохнуть. Для того, чтобы обсохнуть, нам нужно разжечь костер. Давайте мы его все равно разожгем. Мы пока побегаем, потом попьем воды, наберем еще воды. В общем, как я говорил, жажда тут наступает довольно-таки быстро. Ну вот я не знаю, насколько он восстанавливает здоровье нашего плота. Ну давайте попробуем. Так, собака, пошли. Собака, класс просто. Обожаю животных, когда они в игре присутствуют. И еще когда от них есть какой-то толк, естественно. Так, хорошо, а как нам починить его? Как нам починить плот? Use. Condition 100. Вот интересно, насколько он его чинит, с нуля доставили, на какой-то там 10-20%, не знаю. Хорошо, мы починили. Надо вот лут там собирать, не забывать об этом. Так, ночью к нам могут прийти волки. В принципе, не уверен или на любой локации, но вот я бегал, никого не было. Потом настала ночь и прибежал волк. Но мы, благо, от него драпанули и доблестно разбили свой плот. Так и, короче, померли. Волк не съел, но... Вот, кстати, и волк. Тихо. Все, валим отсюда. Валим. Не-не-не-не-не-не-не. Нажимай. Тут еще тупняк вот с этими штуками. Видите, я щелкаю на кнопку, а... Фу. Вот накаркал. Реально накаркал. Все, идем отсюда. Надо быстренько куда-то паркануться в другое место. Фу. Так, но мы использовали, блин, нашу палку. Надо сделать сейчас еще одну. Еще один тиндер. Тиндер. Она правильно читается. Так, и мы погнали дальше. Это похожая локация, просто один в один. Но мы ж на другую приплыли, правда? Тоже так думаю. Зайцы, зайцы. Ну, на них надо ловушки ставить. Так, хорошо, давайте лут пособираем. Посмотрим. Да, это, в принципе, вообще нам обещают полностью генерируемый мир. То есть оно должно, по идее, все быть каждый раз разное. А у нас тут две локации подряд один в один. Только тут... Слава, бегают зайцы, а не волки. Но я надеюсь, что в окончательной версии Данделион. А Данделион — это у нас одуванчик. И у нас сразу появляется, наверное, рецепт. Да, мы можем его сажать или сделать с него чай. И у нас сразу появляется рецепт. А у нас даже больше появляется рецепт. Так, частей. Old Lumber. Old Lumber — это древесина старая. Assorted Hardware, даже такого и в глаза не видел. Stone Hammer, короче, нам пока это не светит. Так, вот, собственно, ловушка.
Stone Knife. О, Stone Knife, мы, может быть... Нет, нам нужен флинт. Мы, в принципе, могли бы, если бы сделать каменный нож, то уже ловить кролей. Нам пока это не сидит. Вот, Данделиан чай, чай из одуванчиков. У нас есть аж целых два, отлично. Если мы траванулись едой, мы делаем себе чай из одуванчиков. И нам зашибись. Хорошо. Как это more ingredients needed? Есть два, и у меня есть два. Ну чего ты? Ну вот, видите, скорее всего, как раз... А, requires fire. А, логично, да, согласен. Я уже думал, это баг какой-то. Мы сейчас разожгем огонь, естественно, попьем воды. А, все у нас будет хорошо, я надеюсь. Так, ну, надо бы нож, конечно, сделать и... Так, какая-то шкура. Ну, а рецепт... Рецепт? Чё, нет для одежды? Так, что это такое? Можно сделать одежду, но опять-таки почему-то рецепт одежды нам не открылся. Ну и ладно. А, можем спать. Вот видите, в специальных местах тут есть автобус. Отлично. Ягоды. Mulberries. А, я не помню, что это. Что за mulberries? Как это переводится у нас? Сейчас, секунду. Шелковица. Хорошо, ночь. Это нехорошо. О, класс, гидрейшн плюс 5. То есть она нам добавляет и голод утоляет, и жажду утоляет, в принципе. Нормальная штука, окей. Так, вороны эти меня уже как бы немного напрягают. Юка. Юка. Не знаю, что такое тоже юка. Короче, юку можно жрать. А, так, сейчас посмотрим, просто ли не появились какие-то у нас рецепты с этой юкой. Вроде нет. Хорошо, давайте мы ее сразу и сожрем. Окей, так, вроде мы тут уже все исследовали, я надеюсь. Так, ну мы так и не нашли, да, для ножа нашего. Это печально. Мы бы могли уже кроликов ловить, ну что ж ты поделаешь, флинт. Я не знаю, флинта нигде нет. Хорошо, давайте выпьем воды, и я бы поспал, наверное, потому что усталость уже наполовину, и еще ночь это нехорошо. Все, идем в автобус. А где наш пес, кстати, вообще? Куда он пропал? 4 часа. Ну, я не знаю. Ну, давайте попробуем поспать 4 часа. А, вот пес прибежал. Прикол. Wake up. Так, сколько времени-то? Еще чуть-чуть. А, стоп, ну, в принципе, вода не так уж уже и быстро заканчивается. Возможно, у меня просто был ожог или еще какая-то беда. О, собака. Спасибо. А, это выросло новое, что ли? Cattail. Новый вырос, по-моему, или я слепой. Так, хорошо, мы тогда костер сжигать здесь не будем. В принципе, мы... Что, нашел? А ты пес какой. О-о-о, это, по-моему, как раз эта штука, которая нам нужна для... Да? Сейчас посмотрим. А, нет, блин. Опять не то. Это опять не то. Хорошо, все, собака, пошли отсюда. Как раз ночь проплывем. Так, ну пока все хорошо. В принципе. Ну, нажимайся. Вот какая-то беда вот с этим попаданием. О. Помогает, видите? Прикольно.
Так, и все, уматываем. Мотаем в кемпинг туда вот на за 148 метров. Так, давай, давай. Попади вот туда в течение, чтобы мы не умерли. Так, ну здесь можно тормозить назад. Поэтому для того, чтобы собрать какой-то лут. И вот эта вот молния, честно говоря... Так, все, мы кемп просрали, короче. И молния очень сильно нам мешает. Пропустил я, видите? И все, она уже... А, вэт мокрая. Я думал, опять пить захотела. Так, и здесь надо идти предельно аккуратно, потому что... Потому что вот такое вот может случиться с нами. И это нехорошо. Наш плот ломается, кости ломаются. А твою тра... Накаркал. Накаркал. Лут. Так, хорошо. Плывем дальше. Поломали мы ногу или руку, не знаю что. В общем, не очень это прикольно. Но у нас есть одна штука, и мы сможем полечиться. Но мы не сможем сделать вторую, поэтому в следующий раз придется плыть поосторожней. На самом деле очень сложно, серьезно, плыть. Попробуйте. Так, опять ночь. Ну как? Только что был день. Время быстро летит, просто жопа. Так, давай, лечись, Юс. Так, ну это тоже какая-то шкура, и нам пока все равно рецепты не дают. Так, давайте эту сожрем мясо. Я думаю, личинок тоже мы сожрем. Видите, температура у нас 65 из 100. Ну, это, видать, не в градусах, конечно. А нет, вот есть какой-то мертвый кролик нам нужен. А, ну это чтобы шкуру достать, блин. Спасибо, капитаны. Так, давайте выпьем воду, сделаем новую. А, тут есть, кстати, прикол, опять-таки, что логично, но мы не можем разжечь костер во время дождя. И это печально, потому что сейчас идет дождь, ночь, и я вообще не знаю, короче, что делать. Нам надо бы обсохнуть и... Короче, ерунда какая-то. Сэплинг. А почему Discover New? Что, что, что? А вот ловушка появилась. Но опять-таки нам нужен нож. Ну давайте пособираем хотя бы лут. Придется валить отсюда. Так ничего не видно. Волк, волк. Да что ж вас тут столько тут развелось-то? Все, ладно, и отсюда мы едем. Только что тут как-то время, я не могу понять, что мы проплыли каких-то пару метров, выплыли ночью, приплыли ночью, что ж такое-то? Нельзя же что. А, еще и холодно, ну понятно, то есть я подозреваю, что нам недолго еще осталось. Так, и здесь еще, наверное, был какой-то лут, естественно. А зачем он? Так, тихо, аккуратно, аккуратно. Давай, паркуйся, паркуйся. Нам, в принципе, когда первый раз играешь, туториал рассказывает, что от дождя нужно прятаться. Ну, в принципе, это и так понятно, но... Ну, куда прятаться-то? Так, и нам нужна вот эта штука. А где ее найти, я пока не шарю. Этот флинт. Что-то у нас много этого, как... Давайте хвороста наделаем.
Так, мы, короче, мерзнем. Так, ящики. Ну, опять, вот видите, локация повторяется. Еще одна шкура, с которой пока непонятно, что делать. Еще один одуванчик. Давайте поспим, я не знаю. Может, пройдет этот дождь. Разожгем костер, в конце концов. О, аллилуйя. Хорошо, хоть собаку кормить не надо, серьезно. Так, давайте сделаем этот чай. Хотя он нам пока не нужен. Но пускай будет, мало ли, а вдруг пригодится. Что за флинт? Где он? Где его искать? Так, хорошо. Давайте мы допьем остатки воды и сделаем новую. Хорошо. Так, давай, вставай. Мы согрелись, мы уже не мокрые. Это хорошо. Еще одуваны. Так, ну я не знаю, чтобы их... О, какой-то дикий чеснок мы нашли. Так, где вода? Где вода? Нам нужно наполнить флягу. Так, не здесь. Так, я не знаю, давайте мы пока одуваны брать не будем. У нас их вроде уже хватает. У нас уже и так, в принципе, инвентарь переполненный. Так, помогает нам от простуды чеснок. Все прям как в реальной жизни. Рецепты новые открылись? Нет, не вижу. Беда, беда. Хорошо, давайте мы что-то перекинем нашей собаке. Не знаю, пускай она... Пускай шкуру несет. Так, а это что такое? А, это ягода наша. Окей. Так, идемте в воду. Сделаем воду. Так, собак, я знаю, что там. Пошли за мной. Пошли, дружок. Я буду его называть дружок. Мне что-то имя его явно не нравится. Оно какое-то сложное. Бади. Бади. Так, это что у нас? Это опять одуван. И это одуван. Собака, да у нас есть одуванов вагон. Еще один сэплинг. Это все не то. Так, вода. Вода. Наберем воду. Отлично. Пойдем ее вскипятим и валим отсюда тоже. Продолжаем наше путешествие. Спать уже не будем, все. Главное, смотрите, не зайдите в костер. В него можно абсолютно наступить, и будет ожог. И тогда будет жопа. Он просто будет нарастать, пока вам не настанет привет. Ну, если вы не найдете, конечно, бинты или алоэ. Вы их вряд ли найдете. Нет, ну алоэ я видел. А вот бинты... Это проблематично. Все. Come on, buddy. Come with me. Идем отсюда. Я не знаю, это в принципе, знаете, так довольно-таки долго мы держимся. Я в прошлой игре где-то через минуты 3-4 уже все. Плавал в речке. Без плота. Давай, заходи. Ну, вообще, в принципе, игра классная, серьезно. Мне вот нравится. Мне нравится, что мы не стоим на месте. Мы, знаете, не отстраиваем хибару 2 недели. Потому что это... Ну, мне это все, говорю, не нравится. Вот. Когда такой вот экшон... Тихо, не ударься. Когда экшон такой вот намного прикольнее, потому что ты что-то путешествуешь, куда-то плывешь, ты не знаешь, куда тебя закинет. Слава тебе. Блин. Аккуратненько.
Я не знаю, просто вроде нужно просто тормозить. Только не мозгами, а платом. Так, и еще какая-то локация. Отлично. Паркуемся. Но у нас в плоту просто сейчас настанет труба. Я так подозреваю, что ремонт, починка нам явно не светит, поэтому не знаю, возможно, это наша последняя локация. Возможно, и нет. Опять одуваны. Ну, зачем нам они? Кролики. Юка. Так, здесь тоже можно спать. Так, какие-то коврики. Алкоголь. Ну, это в тему, да. Я бы на ее месте сейчас бы залпом это все вальнул бы. И лег бы спать в автобусе. Так, она мокрая у нас. Но я надеюсь, что, в принципе, солнышко есть. Я думаю, обсохнет, нет? Так, это что-то новое. Так, а ну давайте глянем, что мы там понаходили-то. О-о-о-о, нифига себе, мы можем сделать факел. Факел. О, мы можем сделать бинты. Это вообще обалдеть. Так, ну вот тут хороший такой вот вопрос. Что нам нужен, факел или бинты? В принципе, алкоголь нужен. Что там, что там? Беда. Сложный выбор. Я не знаю, может, факел нам... Чем просто он... А, он помогает отгонять всяких существ. Да, давайте тогда сделаем факел. Это хорошо. Еще бы понять, как он работает. Как его юзать? А, эквип есть. Есть эквип. Окей, мы его оденем ночью. Так, что мы нашли? Так, давайте ягоды сожрем, короче, это... Утолим голод и жажду. Так, и мы нашли какую-то штуку. А, производит отравляющий газ, когда горит. Интересно. Ну, нам это пока ни к чему. Видите, лицо у нее меняется. Такая она вся уставшая. Боже, женщина, да это я устал больше, чем ты, управляя тобой. Ты, ну, просто тебе-то что? Вот мне, блин, тяжело. Вот я устал реально, потому что нашему плоту сейчас настанет привет. Давай, залазь. Так, ну здесь надо... Я просто не знаю, как-то предельно аккуратненько. Сразу давайте... Форсаж включаем и огонь. Так, ну вот давайте пойдем к рыбе туда. Так, ну отлично. Нам теперь есть чем перемотать ногу. Нам бы найти какие-то запчасти все-таки к нашему плоту, потому что это беда. А для того, чтобы сделать, починить нам плот, нам нужно... Так, где эта штука? У нас вообще ничего нет. Фига. Для запчастей. Чё нашёл? Сэплинг. Да есть у нас этот сэплинг уже просто... Ну, вагон. Не знаю, что с ним делать. Просто не знаю, что с ним делать. Нам вот нужен... Я, честно говоря, в прошлый раз... Вот этот флинт нашел сразу же. А его все нет и нет. Так, дикий чеснок еще. Ягоды это хорошо. Я уже говорил, хорошо, что мне нужно кормить собаку. Так, хибарка какая-то у нас.
Ясно, у нас переполнен инвентарь. Ну давайте мы сейчас разгрузим. Немного. Странно, что у нас, вот видите, не появились рецепты на одежду. Ну, возможно, в принципе, в этой версии их и нет. Всякое бывает. Так, что тебе еще отдать? Не знаю, на тебе веревку. На тебе одуваны. Ой-ой-ой, что я сделал? Я их заюзал, да? А, блин. Ладно, так, что у нас здесь? Хибара. Так, сейчас, секундочку одну. Лачуга с наживками. Так, а что так потемнело быстро? Что, шутите? Так, давайте этого червя съедим. Так, что мы нашли? Так, леска. Леска, хорошо. И что нам делать с этой леской? Так, новых рецептов я пока не вижу. Все, идем отсюда. Она все не обсыхает. Как-то принципиально у нее, что ли? Или... Что за дела? Сейчас ночью на плоту. Так, стоп, мы можем? А не, нифига. Мы не можем заюзать. Я хотел в инвентарь зайти, а мы не можем. Так, давай, давай, я туда хочу, назад. Назад хочу. Хочу назад. Ясно. Назад не получается. Ну, живем пока. Хотя название локации Dead Point меня что-то не сильно прет. И опять этот дождь. Ну что ж такое-то? Опять одуванчик. Ну здесь, говорю, для выживания какие-то условия немного адские. Так, коробки. Этот кусок дерева, кстати, это вот одна из запчастей, которые нам пригодятся для нашего плота. Но пока все равно толку от этого мало, потому что у нас нет остальных запчастей. Что такое книжка? А ну, мы можем, это шапка, что ли, одеть ее можем? Да, о, е, круто, эквип. Так, офигеть, и что это нам дало? Ну, понятно, в принципе, логично, да. Это... От холода. Так, давайте мы обыщем эту часть острова и, думаю, пойдем в автобус спать, потому что... Уже и усталость так поджимает. Надо этот дождь переждать, гребаный. Ну что, ничего нет? Что ж такое-то? Так, собака, пошли в автобус. 4 часа. Хватит, я думаю, нам. Wake up. Че это было? Что это было сейчас? А, кролики. Понятно. Так, огонь. Зачем я разжег огонь? Никто не скажет, нет? Наверное, для того, чтобы выпить воду и сделать новую. В
Блин, да инвентарь какой-то еще маленький такой. Так, хорошо, ладно. Чай. Так, что бы заюзать? А, он еще и жажду утоляет. Отлично, и голод, и лечит. Вообще капец. Давайте чеснока нажремся сейчас. Будем всех отпугивать своим запахом изо рта. Так, ну и вот эта штука мне непонятна. То есть ее можно... Ну, когда горит. А как ее поджечь? В костер кинуть нельзя. Непонятно. Так, ну мы тогда не будем делать новую воду. Я за 4 часа не выспалась. Блин. Даешь. Ладно, продолжим наше путешествие. И опять эта ночь. Мне уже просто... Не знаю. День так быстро заканчивается. Ты... Давай, давай. Видите, тут еще важно все-таки лут собирать. Который мы удачно пропускаем. Сразу утро. Так, так, так. Аккуратно, аккуратно. Ну и камера, видите, не крутится. Нифига. Довольно-таки сложно сориентироваться. Ну, здесь на плоту, видите, надо научиться кататься. В принципе, уже... Уже лучше получается, потому что первые разы это было просто жесть. Опять мы в течение попадаем. Нам еще один раз ударится и... Добрый вечер. Наше путешествие на этом закончится. Опять-таки ночью, наверное, лут подсвечивается, потому что я нифига не вижу. Так, еще один кемп. Но мы, в принципе, у нас уже, по-моему, такой был. Названия, по-моему, только меняются. Ну, сверху у нас, видите, написано, сколько мы пропутешествовали километров и сколько дней. Ах, волк, волк, что с тобой делать, волк? Давайте заюзаем наш факел, что ли. Пшел, пшел, фу, фу. Жрет скотина. Ладно, не будем отвлекать. Флинт. Что такое флинт? Флинт это то, что нам, то, что мы искали, да, для ножа, по-моему. Да, так точно. Так, хорошо, нам нужен еще один. Это камень. Нам нужен еще один флинт. О, есть. Офигеть. Молди ламп. Еще один молди ламп. Это что? Алоэ. Вообще отлично. Давай бери алоэ. Так, домик. Empty. Пусто. Это обидно. Короче, мы нашли алоэ. Это хорошо. Также укусы, оно еще нам помогает от укусов, каких-то царапин и ожогов. А это мы нашли какой-то мох, не мох, а плесень. И мы сможем сделать из этой плесени пенициллин. Но нам нужно два моха. Ну мы же вроде два нашли, нет? А, тоже нужен огонь. Пенициллин, это тоже хорошо. Так, ладно, давайте мы тогда сделаем, пожалуй, наш нож в конце концов. Create item. И сразу же, наверное, создадим ловушку. Или мы ловушку не можем создать. Braid cord. А что, у нас разве нет? А куда делась веревка? Так, хорошо. Только теперь еще надо понять, какую ловушку надо сделать. Так, маленькие животные.
И это для маленьких животных. Ну и что лучше, что? Давайте эту сделаем, не знаю. Музончик такой сразу веселый. Так, у нас сразу появился, кстати, рецепт ножа стального. Assorted hardware. Ну, мы не находили никакого хардвера. Рак. Ракс, у нас были ракс. Мы это потратили. Флинт, опять ведь закончился флинт. Еще камешки. Так, ну ладно, хорошо. Так, где эта ловушка? Как ее заюзать-то? Деплой. А, это здесь? А нет, вот здесь. Ага, это надо вокруг или что? Сейчас посмотрим, что у нас с этого выйдет. Блин, класс. Вот это класс. Ну так давай, что теперь с ним делать? Круто его словило так. Только вот тупняк, видите, мы второй раз эту ловушку использовать не можем. Так, хорошо, слушайте, люди, а это все здорово и классно, но... Где мне найти столько ингредиентов, потому что... Так, мы можем снять с него шкуру, нам пока это не надо. Где я найду столько ингредиентов для еще одной ловушки, вы что, шутите? Так, лайф... А, наверное, все-таки, я понял, вот эта ловушка все-таки короля мочит, потому что он у нас не живой, а та коробочка, наверное... оставляет его живым. Ну вот хорошо, и где мне еще... Ну веревку мы сделаем. А, ну мы в принципе можем, да. Хорошо, а где эта коробка? Braid cord. Отлично, давайте сделаем еще один braid cord. Мне просто интересно, попробуем. Так, мы намокли. А нет, мы не можем опять эту сделать коробку. Где она, кстати? Сэплинга надо, 4 сэплинга. Хорошо, будем искать. А, я только хотел разжечь костер, кстати. Серьезно. И этот дождь. Так, собака. Я надеюсь, этот волк свалил уже. А не, он дальше жрет. Так, так, тихо будет. Че ты гавкаешь? Заткнись, заткнись. А, он за нами бежит. Ой, нехорошо, ой, нехорошо. Ой, нехорошо. Твою... Как? Что? Садись в лодку, садись. Так, ёлки-палки. Так, у нас как раз что-то было. Вот алоэ, наверное, надо заюзать. Так, а ну посмотрим. Не, нифига. Бэндаж. Стиченки. Не, нифига, нам нужны бандажи. А я мать, алоэ зря потратил, и нам это ничего не помогает. Ну давай, заходи. Вот волк паршивый. И что нам теперь делать? Все, будем умирать. Че, отдохнуть надо? Еще и жажда мучает. И голод вообще, капец. Ладно, плывем на поляну. Хотя я бы заплыл в тот рыбацкий лучше. В рыбацкую хижину. Ну давайте посмотрим, может тут автобус есть. Посмотрим. Так, этот дождь меня просто уже заколебал.
И отдохнуть, конечно, нам бы ой как не помешало бы. Опять волк? Опять? Что ж ты гавкаешь, что? Вставай, ползи, ползи! Твою, все, приплыли, короче. Вот и закончилось наше путешествие. Так вот печально. Я почему-то даже и не сомневался. Хотя нет, я думал, что у нас... наш плот разобьется. Но, как видите, плот мы сохранили. А от волка мы не смогли его драпать. Прошли мы 3,9 километра, почти 4. Прожили аж целых 4 дня. Такие вот дела. Я не знаю, я могу сказать, что в принципе игра меня зацепила серьезно. И я бы с удовольствием поиграл в полную версию. И, наверное, все-таки я буду отслеживать эту игру, потому что... даже вот в версии 0.3 есть уже исправленные баги, есть уже новые вещи. В принципе, прикольно. Я надеюсь, что они сделают это как-то не такой хардкорный, или, по крайней мере, у нас, возможно, будет выбор какого-то режима, там, легкий, средний, сложный, такой вот обычный, банальный, да, потому что то, что сейчас происходило, это довольно-таки печально и... реально непросто, потому что, ну что с этими волками делать, он еще и ночью на нас напал. Ресурсов мало. В общем, как-то так. Я же вам скажу огромное спасибо за то, что вы смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой игры. Да и вообще просто пишите комментарии. До встречи, увидимся в следующем видео. До свидания.